кажется, огульный спор происходит исключительно из-за того, что кому-то доставляет удовольствие, когда что-то не удается. Да, мы не помогаем и не поддерживаем. За всю историю проведения эстафеты Олимпийского огня, она насчитывает уже достаточно длинную историю, то таких инцидентов было, или проблем, или случаев было достаточно много. Нужно понимать, что все равно сам Олимпийский огонь зажигается не от этого факела. Все равно всегда есть вот та запасная капсула, которая несет этот Олимпийский огонь. А его задача, по большому счету, этой эстафеты, как можно больше людей, чтобы прикоснулось к этому. А не потому, что это тот огонь зажгется или не тот огонь зажгется. Поэтому, наверное, у нас одна из самых больших эстафет. У нас участвует 14 тысяч человек. Это очень большое количество. Но это лишний раз подтверждает, что игры – это не только для спортсменов или для тренеров, или организаторов, а это для всей страны.